Кометы чьи-то прозвенели в небе трели. Это едут на гастроли министрели. Навострили барды лыжи, и не дальше, и не ближе, а прицельно в наш советский Тель-Авив. Какой советский? Александр Моисеевич Городницкий. Спит и видит этот город заграницкий. А маэстро Юль Чирсаныч вспоминает Хайфу на ночь, и персидский ему грезится залив, и заливной с хреном. Ершалаи, собирайся к своим и пой, мои поедешь в город. Ершалаи, хоть по радио, друг, попой. В той строю круглогодичная клубничка, оттого туда так рвется Вероничка. И мечтает в Эберковске, что нас служит априкоску, чтобы были у супруги мази на зиму запасы, а Никулин, Валентин и Клячкин Женя. Подались акционистам в услужение, и теперь круглогодично им талант дают клубничный, и компоты варит каждому жена под песни Гоши с Лешей. Ершалаи, собирайся к своим и бой, а не поедешь в город. Ершалаи, хоть по радио, друг, попой. И сказала тетя Соня дяде Моне, говорят, что Саша Дула пар в законе, а поет в одном Париже, и не дальше, и не ближе, а к своим жидам и сонам не ногой. Что делать, Моня? И ответил дядя Моня тете Соне, так бери же на прокат приемник Сони и ходи с ним к рыжей Фире, ловить Дулова в эфире. Может быть, и повезет разок другой, а что ему в Париже? Ершалаи, собирайся к своим и бой, а не поедешь в город. Ершалаи, хоть по радио, друг, попой. Идиш инглиш, это просто для нагрузки, а поет, поет, поет весь мир по-русски. Всюду наши амазонки распевают наши зонки, а все громче распевает Тель-Авив же домасонский. И по всей святой земле в любом кибуце по ночам теперь подружки не ложатся. Все рахили, все из Фири ловят Дулова в эфире, Панасоники и Сони навострив. А все мужьям в загоне. Ершалаи, собирайся к своим и пой, мой поедешь в город. Ершалаи, хоть по радио, друг, попой. Еще раз. Ершалаи, собирайся к своим и пой, мой поедешь в город. Ершалаи, хоть по радио.